Следующую будем брать, да? Проба. Проба Шиэлит 700 грамм. Загрузка, проба Шиэлит. Камера для приборной дезинтеграции. Угу. Блин, мы видели до того, как смочили, как они выглядят. Я вижу алмазик. Микроалмаз. Электроимпульс. Ух ты. Нормально. Электроимпульс. Это же не микро, это уже нормально алмаз. Это же макроалмаз. Тихо-тихо, не потеряй. Сразу сейчас отберем его. Вот он, первый микроалмаз. Нет, не микро, алмаз просто. Так. Вот, теперь там у нас вот такая фракция. Шпинит. Шпинит. На камере они таким зеленым отдаются. Шлаг гарнисаж. Фракция минус 25 миллиметров. 650 грамм. Мелочь мы брать не будем, но все равно мелочь. Так. Так, после 150 импульсов, что у нас получилось? Надо будет придумать, как стекло проверять. Перчатка. Вот наш. Угу. Смотрите-ка. Фиолетовый, интересно, флюорит. Тут неплохо разбилось. Оранжевые, такие яркие какие-то. Угу. Яркие или? Угу. Вот он, шарики эти.